Первый глобальный ремонт за полвека. Сегодня жители Барнаула увидят, как выглядит Алтайская краевая библиотека имени Шишкова после модернизации. В Комитете по культуре сообщают, что на первом этаже здания кардинально изменился интерьер и оборудование. Например, теперь в Шишковке есть свое кафе. Слабовидящие посетители библиотеки смогут работать на специальных компьютерах. Всего на проект по трансформации Шишковки выделено более 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Подробнее расскажем в ближайших выпусках.